хотим увеличить деятельность Ваикра в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн-школу, у нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Средства мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу видите ссылочка, стань частью великого большого движения. Это мы пока вот сейчас будем думать, как назвать. То есть мы хотим, чтобы каждый выбрал для себя один из трех возможных вариантов. Есть вариант «Друзья Ваикра», да, это $18 в месяц, и вы, значит, участвуете во всех проектах. 18 – это жизнь, число значения «жизнь». 18, значит, это «Друзья Ваикра». Вы участвуете во всех проектах, и мы за вас молимся раз в месяц на Котеле, делаем специальную молитву «Стены плача», прям конкретно ваши имена, просьбы, и, значит, один раз в месяц мы за вас молимся. Есть у нас, значит, партнеры Ваикра, это $100 в месяц, и вы участвуете во всех проектах как партнеры. Мы за вас молимся, за партнером мы молимся два раза в месяц. И если вы будете спонсор Ваикра, это $180 в месяц, мы будем за вас молиться каждую неделю, прям прочитывать все ваши имена, читать псалмы. Все это, блин, недер, мне жена напоминает, что это не недер, это не обед. Мы будем стараться это делать, но так как мы организация, то мы будем это делать с Божьей помощью. И спонсоры Ваикра, они будут участвовать во всех решениях по распределению этих денег по проектам. То есть, если вы спонсор Ваикра, $180 в месяц даете, то вы можете как раз инициировать с этих денег какие-то проекты. То есть, мы хотим, чтобы именно делать раз в месяц такой большой зум для спонсоров проекта и вместе решать, чем мы будем заниматься, куда мы будем направлять эти деньги. Значит, поэтому вы можете выбрать для себя одну из трех возможностей или $18 в месяц «Друг Ваикра». Мы за вас молимся, и вы имеете конкретную часть партнерства во всех наших проектах. Если вы партнер, то вы больше имеете часть во всех проектах, и мы за вас молимся каждую неделю на Котеле. И, значит, если вы спонсор, то вы решаете, куда пойдут эти деньги, и вы вместе, ну, то есть принимаете решение, как у вас есть право голоса, инициировать проекты. Мы занимаемся только образованием. Мы хотим заниматься образованием, но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно, чтобы, ну, все было понятно, да, то есть мы свет и радость мы приносим людям. Это наш принцип, да, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, welcome. Входим в следующий год вместе.